радости. Вот наш Дуняша. Самые красивые рога у нас. Все красивые, симметричные такие. Бесцветные. Прямо они у нее в первый год такие большие. Ну да, вот, кстати, удивительно. Она же первогодка. Рога-то круче, чем у мамаши. Ну, мамаша-то. А, мамаша же... Вы плотные все. Где же вы таких в тундре-то найдете?